Всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 3 апреля и ежедневная наша рубрика, ребят, чё почём. Смотрим, что у нас завезли в магазин. Что у нас? Полностью всё обновляется. Да, полностью всё. В принципе, можно даже и за новиночку какую-нибудь одну. Нет, без новиночек, да? Без новиночек, ребят, это Красный Рыцарь за 2000 со своим щитом фирменным. Всё как положено. Удивительно, но скин со второго сезона, а его до сих пор покупают, и причем еще и ждут, верят и так далее. Прям еще покупают. В принципе, скинчик неплох. Людям нравится, я думаю, потому что он очень, ну, с минимализмом, то есть довольно аккуратно. У него сейчас все скины за 2000, там, не знаю, по самое не могу, обвешано. Это за то, что старый, он все очень аккуратно сделан. Ну, я его не покупал, у меня есть ледяная версия, и мне он, честно говоря, так, средненько нравится. Раньше нравился больше, сейчас уже поднадоел. Шлем классный, вот. Шлем класс, а вот все, что ниже, такое себе. Вот. Кирка его за 800. Опять, кирка у меня тоже есть, ледяная версия. Аккуратная, мелкая, ничего лишнего. Все точно так же. Тут все понятно, рыцари уже все знают, я думаю, все уже насмотрелись. Поэтому идем дальше. Повторили нам, ребят, рожка, мороженку. Рожка мне подарили. Скинчик забавный, ржачный. Единственный его минус, как по мне кажется, это то, что вот этот вот рот никаким образом, короче, не меняется. Не как там у, не знаю, у банана, у... У кого? У девчонки, которая надувная. Вот не как у них, а у него она зафиксирована. Это единственный минус. Плюс, что шея у него забавно движется, он прям в движении. Скин ржачный. Если вы хотите что-то типа там бургера, не знаю, карася, вот этих скинов, которые тупо поржать, вот неплохо. За 1500 рожок забавный. Мороженка, кирка. Кирка классная. Кирка из этого сета мне больше всего нравится. Она офигенная, она реально, она огромная. После аутро я покажу весь этот сет. Посмотрите, ребят, морожка классная. Кирка лучше всего. Офигенная. И экспресс-мороженка. Еще одно мороженка, ребят, это дельт. Когда вы летите, у него, ну, капает мороженое. И звук, как называют этой машины, мороженщика. Слышите? Прикольно. Ну, короче, мне нравится. И когда, короче, он только открывается, у него кусок отламывается. Вот. Оп. Ну, короче, забавно. Дельт забавно. Забавно. Сет вообще весь забавный, конечно. Но вот сама кирка просто топич. Увидите в конце, она огромная. Имейте в виду, она прям большая. Тыкс, давайте с новинки начнем. А, это передвижение, ребят. Это передвижение. Ну, все равно как-то. Как-то так. Но мне что-то не очень нравится. Хоть это и передвижение. Интересно, конечно, как это будет в игре смотреться. Но что-то... Что-то, по-моему... Блин, не то. Что-то, по-моему... Ну, не знаю. Мне не очень. Мне не очень. Так, сахарок, ребят. Это у нас из сета рожка. Я его покупал. Давайте покажу вам. Скажу честно, из всех, которые я покупал, вот эта обертка мне нравится меньше всего. Что-то она мне... разонравилась очень быстро. Так она меня приколола, я купил ее на энтузиазме прям, а потом она мне разонравилась. Не знаю. Так что имейте в виду, ребят, аккуратней. Мне что-то она не зашла со временем. Реаниматор. Это у нас медики. У меня дельтаплан из этого сета есть в виде вертолета. Прикольно смотрится, я их тогда сразу не взял. Со временем стали они мне больше нравятся. Особенно прикольные загрузочные, у них экран классный. Пацан такой прям, ну, по-зимнему одет, как по мне. Он прям очень жестко одет. Без рюкзачка. И не так часто их встретишь. То есть их не так часто они бегают по карте. В общем, скинчик неплох.
Что? Слушайте, они закинули кирку вместе с парамедиком в один этот, в правую часть. По-моему, такого еще не было, чтобы... Ну, обычный, не новинку, да, какую-то докидывали, а вот прям вот скин и этот одновременно. Это, ребят, кирка из этого же сета. Что-то по-новенькому у нас. Ну, такая. Коматозник такая. Кирка. Средненькая. Она мало... Ну, как по мне, она маловато к чему подходит. Но выглядит забавно. Выглядит забавно. И мне... Ну, я просто не знаю, под что ее брать. Вот это единственный ее минус. А так, конечно, ничего. Под что ее брать, непонятно. Только если прям под него, ну, не знаю. Это как я эту купил. Имперский топор тоже мне очень нравится. Не знаю, под что юзать. Вот так они у меня и лежат. Полив. За 500 эмоций, за цикленные. Забавная. Забавная. Но не опять-таки ничего сверхъестественного. Прям так, чтобы супер мне не сказал бы, что прямо она мне супер нравится. Вот, видите, как у него шея движется? Прикольно. Прям как-то натурально. Круто. Так, и последнее, это у нас аквалангистка. Ребят, за 1200, вот это точно мне не нравится. Каждый раз об этом говорю. Мне она прям вообще не нравится. Мне не прикалывает то, что у него такая поганая трубка. И мне не прикалывает то, что она стоит 1200 только из-за этой поганой трубки. Вот прям вообще не нравится. Знаю, кому-то она нравится. Мое личное мнение не айс. Это мое мнение. Кому нравится, ребят, ничего личного. Это дело ваше. У всех свой вкус. Друзья, не забываем при покупке любых предметов в магазине указывать тег своего автора. Мой тег — это SPT083. Буду признателен, если вы будете указывать его. Розыгрыш на 8600 рублей в группе ВКонтакте закреплен. Врывайтесь и участвуйте. Так, что у нас здесь? Сегодня новости обновились вовремя. Ребят, вчера писали в комменты, что я не показал новости. Новости я не показал, потому что на момент записи их не было. Сегодня они есть. Ярко и сладко. В магазине предметов появилась экипировка Красного Рыцаря и Рожка. А также новая эмоция «Плавные движения». Новое оружие уже в игре. Ничего так, веселая штука. И у нас, ребят, расходуемые предметы. На острове появились новые расходуемые предметы с разными эффектами. У нас появился банан, у нас появился кокос и перчик. Это прикольно. Это прикольно. Здесь ничего. Здесь я вам все показал. Режимы. Забрали у нас лавы. Скорблю по этому поводу. Не наигрался я в лаву, хотелось бы еще. В среду, ребят, скорее всего, первая половина стрима у нас будут пираты. Sea of Thieves. Кому понравилось, приходите. Кто не знает, приходите, посмотрите. Кто знает, кому не понравилось, ребят, во второй половине трансляции, как всегда, Fortnite. Всех жду. Всем буду рад. Всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи и до встречи. Так, ну что ж, полетели на нашем мороженке. Давайте, Дельт. Звук, конечно, ржачный. Ну, вы видите, да? Оно как тает и капает. А вот и звук. Только когда вперед вот этот звук. Вот такая хрень. Так, теперь кирка. Ну, как я и говорил, морожка реально огромная. Вот прям большое морожка. От него видите, как ледяной след идет. Прикольный. Вон он в тени, видно хорошо. И звук. Мне морожка понравилась. Морожка мне больше всего в этом сете понравилась. Кирка, я имею в виду. И
Скинчик. Скин топич. Чисто кто кто хотел ржачный, там какой-нибудь, не знаю, зайца, бургера, помидорку. Ну, помидорка такое себе вообще, там, петуха тоже такое себе. Ну, вот это вот забавно. Это ничего. Вот такой скинчик, ребят. Спасибо большое за просмотр.